Фото. Михаил Шмаков, foto.khl.ru. Авангард обменял права на Варфоломеева Металлург на Никиту Певцакина 9 июня 2018 года, 11:21 хоккей, КХЛ Омский Авангард и Магнитогорский Металлург произвели обмен, информирует официальный сайт Ястребов. Омский коллектив получил защитника Никиту Певцакина. Магнитогорский клуб права на форварда Павла Варфоломеева. 26-летний Певцакин в 47 матчах регулярного чемпионата сезона 2017-18 набрал 21.9+12 балл при показателе полезности минус 4.26 минутах штрафного времени. В 11 играх плей-офф хоккеист очков не набрал. 22-летний Варфоломей в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2017-18 принял участие в 51-м матче, записав в актив 25.13+12 очков при показателе полезности минус 16.30 минутах штрафного времени. 10 самых крутых сделок в КХЛ в нынешнем межсезонье. Похоже, в лиге появился новый топ-клуб. Хоккейное сообщество чемпионата в социальной сети ВКонтакте.